Я был на одной радиостанции. Я не знаю, вот вы, если там бываете. Надеюсь, не авторадио. Нет, на авторадио меня не приглашали никогда. Нет, ну короче говоря. И на радиостанции вот там работают этими, ну, как называется, ассистентами, ассистентками. В общем, тот человек, который тебя встречает на проходной. И вот там работают такие молодые девушки, в основном, которые не из Москвы. Потому что острое ощущение, когда у человека есть такой говор, который не московский. Вот. И сижу, жду. И она что-то перепутала. Она про меня какие-то бумаги там что-то делает. Она меня не знает в лицо. И она думает, что я не я, кто-то еще, кого-то там встретил. И она говорит, вот Шомов тут сейчас нам придет. Он уже существует 30 лет, а написал всего 3 песни. Я говорю, какие песни-то? Ну как, вот тут у нас вот что круто, тут «Привет тебе», «Все наше навсегда», «Тургеневские женщины», все. Ну, я думаю, ну, хоть 3, а то могло вообще ни одной. Существует же ансамбль, которого всю жизнь так и нет. Вот 3. Видите, какое достижение?